Я рад всех приветствовать. Blender 2.91. И давайте попробуем еще одну анимацию. Так, значит, болван вот этот пока не нужен. Давайте его delete и добавим сюда теперь колонну. Экспорт. Опс. Так, рабочий стол. Колонна. Так, пардонте, не экспорт, импорт. Перескакивает. Так, вот такая колонна. Ставим ее сюда. Персонажа сразу включаем арматуру кости. Выбираем все. Делаем S. Чуть-чуть поменьше, пускай будет перс. Так, подводим сюда колонну. Все это дело теперь выбираем семеркой на нампаде. И чтобы лучше было видно, R перекручиваем в эту сторону, чтобы у нас все это было на тройке. На нампаде. Тройка на нампаде. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно добавить так Add Mesh и добавляем UV-сферу. Так, UV-сферу ставим сюда. Поднимаем сюда. Ну, давайте сделаем немножко побольше, да? Ну, вот так где-то. Так, и колонну, наверное, тоже сделаем побольше. Вот таким вот образом. Ну, вроде как нормально, да? Так. Выбираем вот этого персонажа и чуть-чуть вниз опускаем. Теперь сферу можно чуть-чуть повыше поднять, чтобы уровень пола был. Так, выбираем кости персонажа. Надо теперь завязать на вот эту вот сферу тоже косточку. Shift A. Добавляем арматуру Single Bone. Single Bone выводим вот сюда. Делаем S ее побольше, чтобы нам ее видеть. Теперь ну, давайте поставим in front, viewport display, вид спереди. Выбираем сферу, выбираем кость и делаем Ctrl-P, with automatic widget. Назначим теперь сфере именно какой-нибудь материал. Давайте пусть будет синий, нет. Зеленый, так. Ну, давайте кофейного цвета, вот так. Колонна пусть будет белая, мраморная, так. И вот этот персонаж теперь должен вот эту сферу поднять именно на вот эту колонну. Так, он у нас уже стоит, в принципе, нормально. Выбираем его, выбираем сферу и заходим в Pose Mode. Так, где-то, ага. Так, теперь проверяем настройки костей. Вот у меня тут все никак не удалю. Дополнительные копирования. Так, это все дело отключаем. Тройка на нампаде. И погнали, вытаскиваем таймлайн. Выбираем А все кости. Выбираем так, Delete. Delete keyframe. Тут что-то у меня записано. Прописываем вот эту первую позицию A и Lockrot. Теперь мотаем таймлайн и будем теперь экспериментировать по кадру. Вот 5, 10, 15, 20 и так далее кадры. Так, погнали. Значит, это первый у нас. Теперь нам нужен пятый. Так, пятый кадр. Выбираем, значит, теперь руки. Вот эти. Так, колонну пока я отключу. Где она тут находится? Вот так, выбираем кисти рук. Тройка на нампаде. Так, еще нужно вот этот таз выбрать. Ага. Так, тройка на нампаде. Пробуем R. Пробуем G.
Вот так вот. Теперь шею R приподнимаем. И вот эти руки должны взять вот эту сферу G. Опускаем R. Перекручиваем G. Так, смотрим, где тут рука. Подводим вот таким вот боком. И теперь все это дело R вот так вот подкручиваем и G как бы еще ниже опускаем. Теперь нам понадобится вот эта рука. Так, мы ее вот сюда переводим. R перекручиваем. Смотрим опять же RG. И вот берем вот эту сферу. Так, смотрим, где чего. Так, руки, наверное, вот сюда чуть-чуть подтянем. Во. Отключаем видимость костей и смотрим, как все это дело здесь выглядит. А выглядит здесь не очень. Почему? Потому что нужно подправить вот эти пальцы. Вот эти. Это значит R. Значит, R. Где он тут находится? Вот он. Так. Ну и вот этот палец тоже давайте перекрутим. Чтобы такого не было, можно чуть-чуть вот так вот семерка на нампаде и кисти рук чуть-чуть перекрутить. Вот так. Теперь пальцы видны. G немножко еще больше усаживаем. Ну, что-то в таком духе получается. Пишем А и локрот. Отключаем кости. И смотрим, что тут у нас. Раз. Вот, уже нормально. Теперь нам понадобится 10-й кадр. Так, на 10-м кадре вот этот персонаж, значит, опускает голову вниз. Теперь у нас позвоночник R тоже чуть-чуть опускается. Голова чуть-чуть вот так вот приближается. И вот это все дело, вот это, вот это, вот это. Так. И вот этот позвоночник через Shift. Тройка на нампаде. Мы должны. Так, не эту кость. Давайте кость таза попробуем повертеть. Тройка на нампаде. Делаем R. И чуть-чуть G. Вот так как-то. А, и локрот. Смотрим опять же, что получается. Теперь 15-й кадр надо. На 15-м кадре выбираем опять же вот эти косточки рук. Теперь выбираем, значит, тазовую кость, опять же. Тройка на нампаде. Делаем R. Что-то в таком духе G. И теперь нужно выбрать кисти рук и вот эту сферу через Shift зажатый. Тройка на нампаде. И G вот сюда. И R. Как бы вот так, и он к ногам его вот ближе прижимает. А вот эти колени, так, смотрим теперь, что у нас тут получается. Так, ага, руки уходят дальше колен. Значит, колени, вот так, семерка на нампаде, выбираем одно колено, G, подальше уводим. И вот это колено тоже отводим подальше. Так, смотрим, что получилось, чтобы руки не заходили. Ага, все нормально. Тройка на нампаде.
Ну, так уже нормально. Так, пишем АИ, Локрот. Смотрим. Так, тройка на нампаде. Вот теперь нам понадобится 20-й кадр. На 20-м кадре нам нужно немножко приподняться, что ли. Выкручиваем вот этот позвоночник, значит, R. Так, теперь вот эту тазовую кость давайте тоже R. Так, эту, значит, часть вот так. Так, выбираем теперь кисти рук сферу. Тройка на нампаде G, чтобы руки никуда не уходили. Вот сюда. Чуть-чуть R, значит, как бы перекручиваем. Теперь выбираем косточку. Так, Ctrl-Z и выбираем через Shift косточку таза. Тройка на нампаде. Надо все это дело вперед вот так вот подтянуть. И вот эту кость G уводим сюда. И R пригибаем поближе к телу. Вот так где-то. Так, так, так. И вот эти кости. Так, вот эти кости рук выбираем. И кость сферы тоже выбираем. И как бы G поближе. Тройка на нампаде. А, и локрот. Смотрим. Так, теперь находим, как сделать 25-й кадр. На 25-м кадре выбираем вот так вот руки. Через Shift опять же косточку выбираем. И выбираем теперь вот эту тазовую кость. Тройка на нампаде. Выгинаем R. Вот так где-то. Чуть-чуть вот так вот G. И теперь нужно вот эту сферу с руками только. Так, положить как бы себе вот, если R перекрутим, и G вот сюда. Так, и голову, вот, наверное, голову R опустим. Так, Ctrl-Z. Нужно будет поднастроить вес у этого перса. Вот так вот как-то. А, и локрот. Теперь 30-й кадр. Так, на 30-м кадре мы немного вот этого персонажа. Так, где у нас тут руки? Поднимаем. Так, опять же тазовая кость. Тройка на нампаде, значит, G. Вот так. Теперь R. Так, вот эту косточку теперь мы, значит, отключаем тазовую. Опять же, все это через Shift. Да иди то. Бывает такая штукенция, что проще так-то выбрать. Так, выкручиваем теперь тройка на нампаде R. Вот так вот позвоночник. Так, даже нет, наверное, R. Обтягиваем. Выбираем опять же руки. G это как бы на вытянутый, опять же перекручиваем, ну как бы вот так, наверное, к себе, вот так вот. Тройка на нампаде. И что сделаем? Это нужно колени теперь у нас семерка на нампаде. Попробуем G. И это колено G вот так вот уходит. Во. Даже, наверное, еще больше.
уходят они под сферу. Он теперь ложит на ноги вот это все дело. И теперь вот такая штукенция. Поднимаем ключицы. R и R. Вот так вот как-то. И перекручиваем вот эти, наверное, руки. Вот снизу, чтобы как бы перехват у него теперь идет. Ну, что-то в таком духе. Так, тройка на нампаде. Потом, если что, будем корректировать. А, и локрот. Смотрим, что получается. Вот он пыжится. 35-й теперь кадр. Так, на 35-м мы вот этого персонажа теперь. Так, выбираем кости. Руки, сферу. Выбираем опять же таз. Тройка на нампаде, значит, все это дело G. Поднимаем вот эту спину R, отгибаем назад. Вот так вот. Так, так, так. Теперь тройка на нампаде R, голову чуть-чуть пониже. И теперь вот эти вот сферу с руками нужно так правильно ее тут подставить. Вот так. R перекручиваем. Так не получается, да? Получается G. Вот так вот. Типа как бы на грудь ложится. А руки как бы дальше теперь уходят вот сюда. Ну, как бы перехват прошел. Так, теперь G. Вот так. И теперь G вот эту руку как бы сюда вот так. Во. Кисти перекручиваются. Ну вот уже что-то как-то. Ну и попробуем, наверное, так, единица на нампаде. R. Еще больше, наверное, вот эти вот ключицы поднять. Во. Тройка на нампаде. А. И локроп. Смотрим. Так. Так, смотрим теперь 40-й кадр, как пойдет. Тут нам уже понадобится колонна. И теперь, наверное, Object Mode колонну все-таки нужно поближе поставить. Вот как-то так. Выбираем опять же все кости. Pose Mode. И нужно теперь этого персонажа еще больше. Так, тройка на нампаде. Получается R. Мы его больше выгинаем. Теперь тазовую кость. Тройка на нампаде поближе. Вот сюда. Здесь, значит, R как бы еще. И вот эту, наверное, кость. Тройка на нампаде. R назад. Во. Выбираем теперь руки и вот эту сферу нужно подрегулировать. Так. Вот так. И вот эту еще больше на раз. И голову чуть-чуть сюда. Надо тут костей чуть больше-то добавлять. Вот теперь вот это мы
упаковываем на грудь. Тройка на нампаде. R, G. Вот здесь где-то она. О, оказывается. Ну, пишем А и локрот. Так, вот сфера тут, значит, у нас теперь придется. Вот колонну я сразу не отрегулировал. О, вот так пускай. О, поближе будет. Ну, опять же, выбираем персонажа Кости. И посмотр. 45-й нам теперь надо кадр. Так, вот здесь что-то. О, нормально стало. Здесь теперь мы выкручиваем, значит, на 45-м кадре R выкручиваем тело. Так, давайте, наверное, сначала выберем руки и вот эту вот часть, сферу. Тройка на нампаде G. Сразу подставим ее вот сюда вот на угол. А вот теперь можно будет крутить вот этого персонажа. Так, тройка на нампаде R. Голова вот так. Теперь получается перекручиваем так R таз. G. Все это дело подаем вот сюда. Так, ноги должны быть согнуты. Вот эти руки G R мы перекручиваем. Так, вот сюда. Эту руку тоже G, R. Вот так. Так, и вот эту руку тоже перекручиваем. Вот таким вот образом. И вот эту штукенцию нужно поставить вот сюда, вот к низу как бы. Сейчас покажу. Вот к нижней части. Вот сюда. R чуть-чуть перекручиваем, G подставляем. Так, и вот эту руку тоже подфиксируем. Получается, R мы ее перекручиваем и G вот сюда подставляем. Так, смотрим, что тут у нас. Как легли пальцы, чтобы в сферу не заходили дюжить. Так, раз. G. Угу. И вот это расстояние тоже. Тройка на нампаде. Прилепляем грудь. Поближе. Так, еще R. Поближе, наверное. И голова уходит. Вот так вот. Раз. Так, чуть-чуть, наверное, вот выгнуть его. И сыграем еще вот на этом. Вот так. О. А, и локрот. Тройка на нампаде. Смотрим, что вообще получается. Вот он берет, напрягается. Ставит. Так, теперь 50-й кадр. Надо, чтобы вот сюда он его загнал. Так, 50-й кадр, значит, тут уже интересней. Вот эту ногу мы G подставляем сюда. Позвоночник. Тройка на нампаде, значит, R перекручиваем и G как бы поднимаем кверху. И теперь вот руки и сферу выбираем. Тройка на нампаде, значит, это G, R. Перекручиваем вот так вот. Ставим вот сюда. Перекручиваем немного тело и перекручиваем немного голову. Вот так вот. А, и локрот.
Итак, смотрим, что получилось. Все равно быстровато, надо будет еще потом замедлить какие-то детали. Вот это ускорить, замедлить вот эту покадровку. Так, 55 кадр теперь. На 55-м, значит, так. Выбираем таз. Тройка на нампаде, значит, G. Выпрямляемся. Подставляем ногу вот сюда назад. Так, еще, наверное, пусть он ровнее сделается. Так, тройка на нампаде. G. Одну ногу ниже опускаем. Позвоночник, значит, теперь. Вот эту косточку R. И вот эту кость R. А ну-ка, не, наверное, вот так. Пусть поровнее будет. И вот эту кость тазовую R вот так. Во. Выпрямился. И вот это все дело. Вот это все дело. Значит, R, G, вот так как бы, и чуть-чуть, наверное, все-таки вперед, и голову тоже на шаг направим, вот. А, и, так, и локрот. Ну вот так вот, 55 кадров. Ставим пока 55, Enter. Можно поставить вот такое положение. И вот он с тяжестью как бы все это дело поднимает. Попробуем давать еще добавить какие-то кадры, чтобы он в процессе анимации тоже еще дополнительно что-то делал. Вот когда поднимает вот эту часть, вот здесь вот, между 5-м, 10-м и 10-м и 15-м, вот здесь он приседает, на 20-м тоже у него задержка. Вот получается у нас приседание 20 кадров, это все стоит задержка. Так, смотрим, что у нас тут на 7-м кадре. На 7-м кадре попробуем вот эту голову теперь R, так, опустить вниз. Получается A и локрот. А на 8-м кадре попробуем вот эту голову R поднять опять. И заставить, наверное, где-то вот здесь вот чуть-чуть дернуться позвоночник. Вот как бы вот, вот так. А, и локрот. Смотрим, что получилось. Отключаем кости. Во. Смотрим, что можно добавить где-то 10-й, 15-й кадр. Находим 13-й кадр. И попробуем здесь вот так выбрать сразу, вот, чтобы не путаться и не сбить анимацию. Выбираем кости рук. И выбираем, значит, вот эту тазовую кость. Так, тройка на нампаде. R. Больше вот так отводим. Так, Ctrl-Z, пардоньте, значит, здесь... Вот это тело R немножко ближе. Так, тройка на нампаде. И вот так вот, как бы G кверху. И вот так вот. А. И локрот.
Вот. Получается, вот тут этот от 10-го приседания больше выходит. Вы видите, что амплитуда какая. Вот она. Раз. Раз. Все, вот он тянет все это к ногам. Ну и в принципе все, можно здесь уже все прописывать. Вот тут тоже видите, что от 22 до 24 вот идет наклон как бы назад, и шар он приподнимает. Все это дело прописано. Теперь что делаем? Так, 55. Это получается 2 секунды. Вот это сейчас Ctrl-T. Получается секунда 26. Нам хотя бы нужно, чтобы он все это дело поднял. Раз, два. Ну, давайте за 2,5 секунды. Выбираем всю анимацию. Ставим на первый кадр и делаем S. И ставим, давайте, ну, на 3 секунды. Теперь делаем Ctrl-T. Это у нас получается 96 кадров. Ставим 96 кадров. Enter. И смотрим, что получилось. Ну вот, уже за 3 секунды вот это уже дело нормальное. Во. Так, вот эти кадры, наверное. Пока можно удалить, чтобы тряски не было. Во. Вот это уже нормально. Ну а теперь прописываем. Так, сначала сохраняем. Если будете экспериментировать дальше с ускорением, там, с замедлением, сохраните сразу этот файл. Save as и как вот назовите, допустим, сфера. Ну, чтобы вы знали, что это за файл такой. Так. Теперь что можно сделать? Смотрите. Получается у нас, значит, с первого по... Теперь здесь сбились именно по кадровке. Надо будет на будущее запомнить именно каких придерживаться именно кадров. Можно делать, допустим, 10-й, 20-й, 30-й, если вдруг анимация какая-то долгая. И значит здесь он получается на 52-м досе поднимает, на 60-м встает. Если мы сейчас 52-й оттащим G на 50-й, давайте посмотрим, что получится. Ну вот уже замедление более так, оп, с тяжестью, как бы с трудностью. Так, здесь кто у нас? 34-й. Это значит, можно его выбрать и поставить. Пробуем на 30-й. Что он нам даст? Так, 30-й нужно оттягивать дальше. Это получается, ставим его на 35-й, ну лично у меня. И смотрим, что у нас получается. Здесь должна еще появиться больше задержка. Вот раз. Опа. Нац. Во. Вот это уже класс. И вот таким образом, когда вы все вот это дело подкорректируете, отшлифуете, то здесь уже можно прописывать все кадры, ставить вот так вот. И, допустим, вот есть у нас 10-й, 11-й, 12-й, 14-й. Тут, в принципе, мало движения. Но если мы пропишем каждый вот этот кадр, то анимация будет очень мягкая. Все, всем пока, до свидания.